Добрый день. Я политэмигрант Кудермеков. Сейчас нахожусь рядом с места преступлений, которые были совершены исламским террористом. Он расстрелял 4 жителей Вены, 1 жительницу Германии, которая являлась студенткой, изучала искусство. 2-й убитый был гражданин Китая, он работал здесь в ресторане. И 2 других граждан Австрии. За моей спиной здесь находится поминальное место, где убили первую жертву. И сейчас буквально за полчаса, вот здесь внизу видно, огромные небоскребы. Поприсутствовала лидер партии Памела Рентни-Вагнер, заместитель мэра города Вены и другие официальные лица. Из всего сказанного следует, что австрийские власти будут расследовать это преступление. И, скорее всего, следы будут вести к тем организаторам в исламском государстве, которые фактически взяли на себя ответственность за это ужасное преступление. Что еще необходимо отметить? Федеральным Бундесрегерингом было принято решение объявить в Австрии 3-дневный траур, и люди прибывают к этому месту совершения преступления, называемого Бермудский треугольник, поскольку здесь это очень людное место, и 2 ноября 2020 года был последний день перед объявлением 2-го локдауна. Люди здесь отдыхали, и в это время вооруженные автоматом калашников, одним пистолетом и мачете, террорист жестоко принялся расстреливать людей. Вы видите, что здесь обеспечен правопорядок. И для меня лично, как человеку, который обрел вторую родину в Австрии, глубоко тяжело воспринимать подобные преступления. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на телеграм-канал «Австрийский Алтаец». Мы продолжим вещание.